Золушку, потому что очень любит эту сказку. И думает, что он ослик из мультфильма «Шрек». Да подожди, куда? Как куда? Тебе сколько раз говорили, что нужно делать не так все? А, значит, пока наши доблестные сказочники редактируют... Подожди с осликом-то. Ослик, прости. Пока наши мудрые сказочники, талантливые, редактируют все то, что тут наваяли. Мы приглашаем для заполнения стихотворно-музыкальной паузы, короткой для сведения нашей сказки. Что-то уж так пауза-то. Не микропауза. Сказка продолжится. Иной пял. И у нас поэтическое отклонение. Человек, знающий все о козлах.